Ну, приноси с собой из дома, есть кресло, неси в Думу. То есть какая дискриминация? Все-таки они же чиновники, слава богу, у них, наверное, и зарплаты, и все. Какая дискриминация? Делом надо заниматься. Мне кажется, не о себе больше думать, а что народ наш вообще, как он живет и как. Проблемы-то, слава богу, есть что делать.